Сейчас, наверное, уже легче сказать, кого не посылал этот человек. Узнаете? Да, это с недавних пор о нем все заговорили. Это президент Филиппин Родриго Дутерте. В прошлый раз он наехал на Обаму, по-другому и не скажешь. Прямо перед их двусторонней встречей президент США удостоился звания сукиного сына. А сегодня новый перл от Дутерте, Евросоюз, он прямым текстом послал к черту. Сделать за то, что Брюссель призвал как бы помягче бороться с наркоторговцами. На Филиппинах им объявили настоящую войну. Я прочитал осуждение ЕС, и я говорю им, идите к черту. Про Обаму я вам уже рассказал, а теперь давайте послушаем, кого еще и куда посылал глава Филиппин. Если я сказал, что остановлю преступность, значит, так и будет. Если мне для этого понадобится убивать, я сделаю это. Моя администрация думает о людях, чтобы улучшить все аспекты их жизни. Образование, здравоохранение, окружающая среда и культура. Права человека должны защищать его достоинство, но права человека не могут служить предлогом для уничтожения страны, вашей страны и моей. Нас задержали пробки. 5 часов на это ушло. Я спросил, а что такое? Они сказали, что все перекрыто. Я спросил, а кто едет? Они ответили, папа. Я захотел ему позвонить. Папа, сукин ты сын, езжай домой. Не надо к нам приезжать.